Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами MotoBooster. Сейчас мы рассмотрим обнову 2.7.5 в уличных гонках на iOS. А перед началом видео поставь этому видео лайк и подпишись на мой канал. Еще я разыгрываю этот аккаунт топовый. Если наберется за месяц 3000 подписчиков, 3 машины уже состоят в топе, 4-ю гоню в топ и 5-й свап я уже делаю. А мы погнали рассматривать обнову. Добавили мастерскую. Честно, по-моему, это вообще дичь. Один желтый ящик с предохранителями, с двумя предохранителями еще плюс. На один предохранитель меня, ну это хрень. Второе. Сделали ключи для машин. Честно, не юзал, не знаю, что за фича, не буду говорить. Еще продавать их можно, тоже не юзал. Самое главное, я ждал, что уберут зимнюю тему и поставят летнюю. Но физику не изменили никак. Осталась та же физика зимняя. 51, такое себе время. Я еще не поднастроил. Если будет 3000 подписчиков, то я точно ее поднастрою, ну и все другие машины, и отдам аккаунт с полностью настроенными машинами. Сейчас мне просто впадло и редко захожу, только чтобы записать видосы. А с вами был MotoBooster. Подписывайся на канал, поставь лайк. До скорых встреч.